Вообще какой-то несолидный чувак. Так, нам дали новое задание, нокдаун. Но это уже не то, это уже не то задание. Да. Все равно на 40. Хорошо, я куплю один бустер древних богов. Они не то чтобы сейчас супер актуальны, но при покупке бустера древних богов тебе дарят Ктуна и ну, легендарку и пару прислужников сразу. Ну хорошо, все. Я купил, все. И зайди в игру. Нет, мне нужно вначале всех открыть, чтобы... Ну дайте нам что-нибудь нормальное. Да. Ну вот храбрец может играть. Кстати, личинкой тоже можно играть, если что. Да перезаходил Нибириус в игру. Мне не дают пока три пака, потому что мы не открыли всех героев. Нам нужно открыть всех героев. Сейчас еще откроем несколько. Троих мы еще откроем и перезайдем. Тогда должны дать паки. Реально он по топ-декам последний ход. Мы бы выиграли, у нас там летал был. Рексар и Валира. Будь начеку. Да начнется охота. Я впервые слышу о том, что чтобы получить на 50, нужно делать делики по 40. Так, это что такое? Один выстрел, один пуп какой-то. Два псаря бы поставил, шансы бы были. Дима, у меня не было там зверей на столе. А чтобы ставить на динозавра, маны не было. Ну ты Дима и нубас, конечно. Ну ты Дима, конечно, иди, это матчасть учи. На столе у меня не было зверей. А с руки выставлять не хватало двух псарей. Ничего себе читер. Ничего себе, что вытворяет. Положи собак в колоду. Ну, сейчас ботов пройду. Открою бустеры, а потом положу все сразу. Карт не хватает против квестерок на спидранге. Ну, заметь, что мы могли реально выиграть. Просто он в последний ход топ-декнул, как сучка крашеная. Мы реально были вот так от победы над этим читером. И донатером. Чего делать на светом ранге, я вообще не одобряю. Еле выиграл причем. У него охрененно собранная колода. И он еле выиграл. Валик какой-то. Можно потасовку сыграть плюс пак. Потасовка только с 20 уровня доступна. Когда у тебя хотя бы один герой достиг 20 уровня. Ну, понятно, мы сегодня достигнем, но пока нет. Так, открыли 7-го героя. Так, блин. Так, еще двоих нужно, да? Паладина, чернокнижника. Был стартовый набор. Да, мы открыли Тирион и 10 очень плохих паков. Что за бесплатная колода Magic, как ее получить? Не знаю. Я ничего про это не говорил. Ну там есть какие-то наборы для нубаев тоже, но я не в курсе. Трапу проверять не зверем? Не было у меня зверя на столе, блин, чуваки. У меня была вот эта тетка, которая звала кабана. Кабан является зверем, тетка зверем не является. У меня не было зверя на столе. Да, кстати, сейчас же хост 2.0 запущен, и там тем, кто его скачает, кучу всего дают. Надо, кстати, хост все установить, надо же халяву забрать. Как же так, халяву дают, а я не забрал. Нет, так не пойдет, надо забирать. Жду приказаний. Что-то мультишот жалко сюда давать. Паладин даст все счищать, потому что там бафы есть.
поставишь то, что она забафает, и начнутся проблемки у тебя. Что за ход сдают? Ход с 2.0 какой-то вышел. Там всем, кто скачает, много чего-то дают. Я не знаю, что конкретно, но что-то дают. Может, по зубам, я не знаю. Но что-то точно дадут. Без добычи не уйдет никто. Поэтому я хоть ход с ней играю, но намерен зайти и получить. Надеюсь, что не по зубам. Сыграл ты освещение. Но... Ты заметил, да? Умный. Займу. 20 героев дают, а всего сколько в ходе героев? Ты в атаку изначально пошел зверем. Боже, Спартак, может с тобой поспорим, но ты уже запарил. Я уже 10 раз отвечаю, что не было у нас зверя. Или был зверь. Так, ладно, команду взять нам скоро дадут. Это хорошая карта. С командой взять мы всех победим. Так, осталось последнего, 65 всего, да? Ну, нормально, кстати. Рексар и Гул'дан. Твоя душа будет моей. Да начнется охота. Давай, еще пару ходов потапайся, и мы с тобой прекрасно найдем общий язык. Да, так держать, чувак, так и продолжай. Ага, там вот какие-то пошли. Как насчет собрать злока? Не очень, если честно. Можно ли сейчас взять Лего Пират Варом? Ты знаешь, я не возражаю. Можешь взять. Возражений не имею. Так, а сколько у нас тут вообще? Да, он не случайно прямо сейчас. Нет, два дамага не хватает. Да, варлок для ханта это, конечно, прикольно. Готовность номер один. Теперь у тебя есть все 9 героев. Вот здорово. Если, кстати, этих же ботов пройти на эксперте, они там чуть посложнее. Все равно легкие, но чуть посложнее, то дадут еще 100 голды. Так, ну смотрите, можем просто зайти на арену. У нас первая доза бесплатно. Выбираем рогу. Сейчас папски на драфте, смотрим. Ну не имба, ну ладно, нормальная карта. Хорошая карта. Нормальная карта. Ну так себе. Хорошая карта. Отличная карта. Вообще отличная. Хорошая карта. Хорошая карта. Ну нормальная. Так, средненькая. Хорошая карта. Нормальная. Хорошая. Ладно, хорошая. Вот это хорошо. Нормально. Сойдет. Да. О, капитан Зеленянс. Слушайте, а ведь хорошая была бы рожка, да? Хорошая была бы рожка, такой рожкой могли бы хорошо играть арену. И взять много побед. Но мы что делаем? Правильно, отступаем. Мы получим ровно один бустер с какой-то мелочевкой.
Да не, не буду играть, это долго. Нам дали 25 пыли и бустер новый. Это было здорово. Можешь посетить... Ну нет, не на 12-0 колоду. Ну нормально, 7 бы точно должны были сделать, если бы не было никого форс-мажора. Золотой тотем. Так, хорошо, давайте попробуем перезайти и проверить, дадут ли нам сейчас 3 бустера Онгора. Ну вообще, конечно, скипать первую арену не надо, ее надо играть. Но если вы совсем новичок, ваш результат, наверное, будет мало отличаться от того, что я сейчас сыграл. О, с Новым годом! 28 апреля, с Новым годом, говорит нам Blizzard. Так, у нас есть 3 пака. Видите, сколько халявы, ребята? Это еще сейчас такой, знаете, временной отрезок, что халявы еще меньше, чем раньше. Раньше халявы вообще капец было как много. Ну, кстати, нормальная карта, хорошая карта, хорошая, хорошая. Вообще 5 хороших карт нам дали. Бустер с 5 хороших карт. Конечно, легендарок нет. Черепа, кстати, хорошая бюджетная карта. В паладине можно играть великолепно, тиренов раскапывать. Гидролог хороший. О, вот это хорошая карта. Птенец, да, кстати. Так. Более того, есть еще халява. Смотрите, мы берем любую ненужную карту, да? Ну, скажем, знак природы. И распыляем. И что сейчас увидите, смотрите. Брайнон, 12 месяцев. Спасибо, Брайнон. Спасибо. А что 12 месяцев, что старым? Смотри, сейчас награду дадут. И дали 95 пыли, дали. Халява. Столько халявы. Так, значит, что у нас еще есть? 10 ранга любым классом. А у нас уже 9 хант, правильно? Давайте еще. Сейчас чуть ханта переберем чуть-чуть. Берем откровенную шляпу. Вроде речных краколисков. Вроде оружейников стальгорных. Положим тебя, тебя, тебя. Так, геном положили, да? Да, геном положили. Пора зверей побольше класть. Зал пойдем берем. О, собак надо положить. Начинаем потихоньку собирать ханта. Таким хантом, особенно если бы скилл командами, мы бы точно нажарили того говнаря. Так, имбадека. Стал скилл команд получить. Нет, Каражан еще не проходил. Но там все равно карты не нужны. Мы можем там чуть ворона, что поможет нам собрать агро-друида. И портал, что поможет нам собрать мага. Kill команду. Сейчас 10 уровень получим. Будет kill команд. Доброго времени суток. Предок. Предок. Так, еще звери есть. Сейчас поищем. О, 24 ранг. Посмотри, как нечестно. Я-то на 25, а нам дали 24. Что за фигня? Блин, ну вот это, конечно, возмутительно неравный поединок. Я-то только на 25-м, а он же на 24-м. Медведь, сука, опасный. Чуваки, уймитесь, я все равно сейчас просто доберу 10 ранг. Вот, а потом мы начнем крафтить. Это все равно пока еще очень-очень временный вариант. Супер временный, успокойтесь. Я еще даже не уверен, что буду играть хантом. Может, я буду играть другим классом. Может, я друидом буду играть. Вы не суетитесь, окей? Давай бабл. Хнисто 100 ветра, неплохо мы с тем сидим. Два растения тоже хорошо. Все хорошо. Три отличных бафа нам предложили. Хм,
какая непростая ситуация. На самом деле простая, конечно. Готов ли выступать? Конечно, конечно. Элиза хорошая лего для новичка? Не совсем, потому что Элиза хорошо играет только в медленных колодах, а медленные колоды новичку не очень подходят. Кажется, теперь мы не боимся Пуинстрайка. Сложно? Очень сложно. Даже не знаю, как справляюсь с таким напором. Но мы, кстати, уже один раз проиграли. Стенка 0.4 очень давно было с усилением на одну атаку. Ты знаешь, я играл не с самого начала бета-тестов, но почти с самого начала. Я не припомню, чтобы стенка была с усилением. В смысле, стенка с усилением. Что это вообще значит? Победили таунт мага. Почему выбрал именно хантера? Потому что магом уже играл. Так, нам нужен 10 ранг. 10 ранг, 10 ранг. Наверное, у него был неудачный опыт игры с хантами. Ну, неудачный опыт у него был просто, ребята. Это нормальная практика. На легенде такие противники играют, да? Да. Тут Недрик просто поздно пришел, мы сейчас встретили на 25 ранге чувак. У него было просто охеренно собранная квест-рога. Причем вся как надо, идеально собранная квест-рога у него была. Квест, глазастик, всю комбу закрутил, и мы почти выиграли. Но проиграли, но почти выиграли. Но проиграли, но почти выиграли. Я не знаю. Думсер. Думсер против Аградек. Тех такой, чтобы Аградек не проигрывать. Я сам вчера Думсера тестил. Потом убрал, правда, но это нормально. Ты просто квест-рога плохо играет с Аградеками. Думсер помогает с ними играть. Оппоненты, которые не ходят в атаку, мне всегда нравились. Продолжайте в том же духе, друзья. Если бы гиена на самом деле росла не плюс 2, плюс 1, а плюс 1, плюс 2, это было бы вообще нереальная имба. Гораздо круче, чем сейчас. У тебя неприятности.
Мой арт на 24 ранге. Да, это в честь меня, ребята, 24 ранг назвали. Кабан. Черт, ну это, конечно, супер анлаки. Это очень плохо. Ну ладно, ладно. Супер неудачно. Нам бы медведь пригодился, кабан бы пригодился. Играю уже третий год. Сегодня взял пятый ранг в первый раз. Скажи, я молодец. Ну, я молодец. Я все правильно сделал, да? Поздравляю тебя с пятым рангом. Поздравляю. Сказал, я молодец. Как ты и просил. Ой, нет. Только не улитка. А, он еще и жадный. Ах ты, гаденыш. Жадный гаденыш. Ты за это поплатишься. Ты так за это поплатишься. Дайте мне спущенных собак размером 2 на 1. Ну, пожалуйста, собак. Ну, почти собаки. Он еще и хилится. Он еще и хилится. Так, ну что, надут 10 уровень за это или нет? Наверное, нет. Короткая была партия. Наверное, еще партечку надо сыграть. Давай, давай, давай. А-а-а, чуть-чуть не дожали. Ладно, сейчас еще одну партию дожмем 10 уровень. Последовательность. Ой, сейчас научат опять про последовательность. Ну давайте, ребят, давайте, научите там про последовательность, расскажешь нам еще как. Ну-ка, расскажите, что там по последовательности. Было время, гиена давала +2/+2. Я нет, это придумал Кубелиус. Хочу скрафтить дракона пристань, не хватает всем чуть пыли. Пылит ли Гидона? Ну, Гидон такая карта, что играет крайне редко, да? Поэтому, если прямо сейчас распылишь Гидона, ты вроде ничего не потеряешь, потому что сейчас ни в одной колоде Гидон не играет. Кроме того, Гидон находится в классическом сете. Это означает, что у тебя время от времени появляется шанс его получить. Например, тебе раз в неделю дают бустер за потасовку в классическом сете, да? Время от времени награды всякие из классик сета. Поэтому, думаю, можно распылить Гидона. Мог бы на один дамаг больше нанести. Хочешь поспорить? Че с Аурином? Сбежал, сбежал. Да, против меня нормально собранный хант. Но это не беда, потому что нам не критична победа, нам нужно просто получить 10 уровень. Если мы проиграем, беды не случится. Ну да, там хорошо собранный хант. Ну, видишь, играет довольно хреновенько. Дает нам надежду. Вот наша надежда. Черепаха-собачник. Он хантермарку отдал. С некоторых хантермарки там 4 дней должно сожрать. Если мы проиграем, мы все равно получим наш 10 уровень. Это то, чем мы добиваемся. Поэтому поражение у нас здесь не фатально. Вот это неприятно, конечно. Че, Фейсник заиграла карта «Ночной клинок»? Дороговато, тяжеловато. Да, но укладывается в саму концепцию Фейса. И можно... Ну, дружок. Ну, дружок, у меня для тебя плохие новости. К вам едет ревизор. Ты сейчас ко мне сходишь на 8, это, конечно, неприятно. Но после этого ты ко мне вообще больше никогда не сходишь.
Можешь было нанести один дамаг больше, не критично. Стенку ты убиваешь за одну маны, остается гена 7-4, который ходишь в лицо, потом левком 4-1, ты сделал наоборот. Ты, чувак, видимо, забыл... О, ладно, мы проиграли. Ты забыл о том, что когда мы отдаем левка, который дает нам, кстати, одну атаку. Левок дает нам одну атаку. Умирает зверь, качает гену. Насколько? Хуля, видимо, на две атаки. Но попытка неплохая. Там тоже есть технологии, ребята. Я думал, я один хитрец. Оказывается, мы оба хитрецы. Ой, ну ладно, ты победил. Твое кунг-фу сильнее моего кунг-фу. А почему музыки нет? Музыку, музыку! Музыку давай! Так, оставляем таун, чтобы в лицо не сходил на мой VR. Потому что запись хочу сделать. Спасибо, Дичер. Хочу сделать запись. Ой, не, ну ты совсем крутой хантер. Я примерно таким же собираюсь стать. Просто ты им уже стал, а я еще только хантер в Унаби. Неплохо сыграно. One damage of little. Нет, совсем little. Да, хорошо собранный хант. Правда, две хантер-марки, но незачем. Ну давай, добивай меня, сейчас сиди тут выебывается. Дебил. Ну ладно, десятый уровень. Давайте, все, хорош. Да, все, мы получили то, что хотели. Еще и бустер за что-то дали. Столько халявы. Мне нужны комплекты карт, а где же их взять? А, наверное, купить надо. У нас путь, путь нищеброда. Да что ж такое-то, а? Так, значит. Вроде собрали всю совсем легкодоступную халяву, да? За там ранге будет потасовка. Можно позаходить с телефонов, с планшетов. Ну, что-то, если честно... Если честно, лень. Мы сейчас этого делать не будем. Пора определяться с колодой. Значит, друзья, маг, агро, друид или хант. Я предлагаю сейчас сделаем обзор. Не обзор, а опрос. Кем будем играть? Значит, маг, друид, охотник. И можно выбирать несколько ответов. Вот вам голосование, ребята. Минуту-две поголосуйте. Я пока сделаю себе кофейку. И что наголосуйте, тем мы будем играть. Вперед.
Так, ну что, я вижу, что поделили по 40% друид-охотник, друид 627, охотник 629. Буквально разница в 1-2 голоса. Но с вот таким вот перевесом, ребята, побеждает охотник. С маленьким, смотри, до сих пор тут голосование, и постоянно разрыв буквально 1-2 голоса. Ладно, друзья, охотник так охотник. Ты был очень близко, нос к носу шли, но маленький перевес за охотника. Все, голосование окончено. Ну что ж, ладно, охотник. Нужен второй тур. Да мы тут не президента выбираем, чувак. Не на 4 года голосования, не такое важное. Давайте для начала выкинем все, что есть. Все, готова, это наша колода. Теперь нам нужно получить максимум ресурсов, которые можем себе позволить. Я вообще не рекомендую пылить хорошие карты, но в данном случае я распылю, потому что, ну, у нас время слишком ограничено, да? Ограничено сильно время. Ты будешь мажоритарную систему, так у нас такая есть. Поэтому мы сейчас попылим всякую фигню. Дар природы. Ладно, это все-таки 20 пыли нам дадут. Давай выжмем все, что есть. Так, карты охотника мы пока пылить не станем. Кстати, нормальная карта. Если у нас особенно крысы сейчас будут. Если на крыс хватит, будет вообще замечательно. Я уж кому, наверное, не буду пылить, что там, типа 5 пыли, неохота. Друид интереснее, ну это агро-друид, он тоже не особо интересен, он не сильно отличается от ханта. Это же не будет какой-то там, не знаю, комбо-друид. Ладно, это распылим, все-таки. 5 пыли в хозяйстве вещь полезная. В центре что-то? Да, в центре у меня что-то, сори. На экран налипло. Эх, Тириончик, прощай, Тирион. Ты был мне как брат. Хорошая, блин, карта. Одна из лучших вообще в Хардстоуне. Жалко ее пылить. Так, где тут у нас рарочки? Есть рарочки? О, у нас есть эпики. Прекрасно. Смотрите, у нас уже 740 пыли. Золотой тотем за 100 пыли. Она была больше золотой карты. У нас бустеры были довольно хреновые. Монотайт. Хорошая карта. На пыль. Дух предков. Плохая карта. Не, ну играть можно иногда. В некоторых колодах. Так, здесь у нас чего? Ну, улучшение для пират-воина, отлично. Так, здесь у нас чего? Кровожадный корсар. Кстати, корсаром, ну, без глазастика корсара, наверное, не стоит играть. Вообще, карта не бесполезная, точно. Просто глазастик нужен к нему. Птенца, кстати, оставим пока. Теоретически с защитником холмов можно играть, но не в агрессивной колоде. Так-то карта тоже хорошая. Как выяснилось. Были за золотой куман, отлично. Почему не пылит говнокоманы? Ну, потому что они, за них только по 5 пыли. Мы сейчас покрафтим, что нам надо. Если выяснится, что нам не хватает какой-то копеечки, мы к команам вернемся и допылим их еще. Ктуну нельзя распылить, это жаль. Так, все, значит, имба хантер. Нам нужно создать карты. Первым делом, самой главной картой, это лев, ребята. Лев — это такая карта, что прям хватай и беги. Во-вторых, что нам еще надо? Давайте посмотрим. У нас 890, да? Нам нужны, конечно, крысы. Нам нужны, конечно, крысы. Нам нужны луки. Нам нужен острозуб. Да, нам нужна гиена. Это факт. Нам нужен самоцветный ара, две штуки. На крысу, наверное, все-таки не хватит. Нужно будет еще немножко поиграть, чтобы крысу скрафтить. Может быть, на одну хватит крысу. Так. Вот эти крысины имба.
Нам нужны, конечно, бабушки, но они из Каражана. Мы их не можем получить. Нам нужны собаки, нам нужны волки. На крысу уже не хватает, жалко. Так, еще из важных карт, что нам нужно? Слушай, а котик за одну ману, где два котика? Это Каражан, что ли? А, вот он, бродячий кот. Что еще надо там? Глазастик нам нужен. Но на него денег нет. Так. Галакой, кстати, можно играть смело. Ну, вроде мы все карты первой необходимости скрафтили. Все, что нужно для старта, у нас есть. Можно, кстати, одного главу культа под собак положить. Ладно, пока так оставим. У нас не хватает рух-наседка. У нас есть одна рух. Так. Нам не хватает пыли на крыс, и у нас нет бабушек. Все остальное у нас нормально все. Пока в слежне положим. Я тебе, конечно, верю. Десратлов у нас пока маловато, да? Наверное, ловчий нам не нужен. Отсюда мы что-нибудь кладем, нет? Коварного птенца, что ли, положить? Давай пока положим одного. 2-1 звери с хрипом. 2-1 звери с хрипом. А, не топырь. А он, по-моему, рарк тоже, да, или коммон? Вообще, у нас есть первые дропы. Жигулер, он такой тоже. Давай положим одного главу культа. Можно вот такую троечку положить вместо крыс. Конечно, крысы лучше, но положим такую одну. Жигулер тут не очень, на самом деле, нужен. Тем более его крафтить, это рарка за 100 пыли, его крафтить, мне что-то денег жалко на него. Можно положить один смертельный выстрел. Так, ну вот это наша сейчас тестовая колода. Давайте сразу зайдем, уж ладно, зайдем в приключение, пройдем пролог в Каражане, ладно уж там. Нам прямо сейчас это не нужно, но пройдем там очень быстро. А, я рук забыл точно, надо рук положить. Сегодня будет не запоролось. Что делает демон в танцевальном зале? И принц Молчазар! Опять ты. Выберите три карты. Вот бы мне такую карту, обилку в ладере. Вжух, случайно легендарное существо. Принца? Мы еще с прошлого раза дыру в крыше не заделали. Неподкупных не бывает. Ну, так себе, так себе. Расскажешь историю своего ника? О, это долгая история. Однажды король большого богатого королевства почувствовал, что умирает. Он созвал трех сыновей и говорит: идите в поле, пускайте по стреле. Кто куда попадет, тот там женится. Сейчас побудь. Сейчас пока дамага маловато, да? Вышли сыновья в поле. Старший выстрелил, попал себе в руку. Средний выстрелил, попал в спину старшему. Inflame Mem. Спасибо, Inflame Mem, за подписку. Младший выстрелил, стрела улетела далеко-далеко. Ну что делать, надо идти искать. Пошел искать, видит, лягушка сидит. Сейчас, погодите. Сложный момент. Сколько у нас карт? 10. Раз.
хочу быть как Меди. Нормальная карта. Короче, такая вот история у меня Ника. Так все и было. Ходи, дружок. Сэр, Медивы уже в обеденном зале. Барнс репетирует с ними. Такую бы карту Вадер, да, было бы неплохо. Опа! Сюрприз, мазафака. Ха-ха-ха! Сразу бы так. Возвращайся в пустоту, демон. В общем, идет. Младший сын по полю шел день, шел ночь. Видит, на болоте сидит чудище страшное. И хохочет. Как зовут тебя, чудище? Спросил Иванушка. Бен Броу звать меня. Надо чаек нагреть, что-то остыл. Кому-то придется убрать этот бардак до начала вечеринки. Где стрела, моя чудище? Спросил Иванушка. На болоте 24 ранга, там, где квест роги играют. Встретишь там гнума, у него твоя стрела. Придешь на болото, выйдет девочка. Девочку не трогай! Выйдет мальчик, вынесет танк. Так, ну что, мы получили две довольно крутые карты. Ворон хорошо играет в агро друидикс, который, кстати, почти победил. Портал вообще имба карта. Маг, там такой халявчик, ребята. Так. Ну что, пора играть в Бладер, да? Пора сражаться. Хватит болтать, пора сражаться. Халявную арену играл уже, да, 0-3 сыграли. Не повезло просто. Не поперло, ребят, с халявной арены. Рексан и Рал. За молот рока. Плохая сдача. Да, будешь нас на болоток заглядывай. Продвинутый дядя Никитка. Еще. Так, один наши первые дропы. А нет, у нас первых дропов. Какая досада. Да, сдачка, конечно, не алё. Колоду поменял? На что? Я эльфийская лучница. Вот наши первые дропы. Блин, а. Поздно. Опоздал первый дроп. Видит он чудище страшное с кошкой и говорит ему: привет. Привет, Карай, спасибо. Капитан сегодня тоже 0-3 сыграл? Видите, сегодня день просто такой. День... Ага, бля, ничего себе. Балдел, что ли, пес? Видите, какая плохая сдача, ребят? Сейчас проигрывать начнем. Блин, а просто мы не получили вовремя первый дроп. Отсюда столько проблем. Думает, в какого котика убивать. Доброго или злого? Убил доброго. Сейчас злой придет мстить. За брата!
Опять микрофон хрустишь. Кто хотел увидеть? Кто хотел увидеть Муду? Угу. Надо не складывать все яйца, ребята, в одну штанину. Это древняя индейская мудрость. Иначе получите лягушку сюда и будешь горько плакать. Где наши собачки? А то он сейчас пробахает эту шнягу чем-нибудь, каким-то Бладластом, да? Новички часто играют Бладластом. Новички вообще всяким говном играют. А то они и новички. Надо все это счищать, ребята. Казалось бы, Хантер должен бить лицо, но нет, надо счищать. Смотри, Винфьюри. Смотри, 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 Винфьюри. Жух и Винфьюри. За 2 маны 3-2 наносит 6 дамага в лицо. Это хорошо, если 6, а то может еще больше сейчас внесем. Нет, только не гигантская оса, пожалуйста. А вот и собаки. Мы сейчас, знаете, что можем? Мы можем немного еще подкопить ресурсов. Просто бустеры были реально неудачные. Мы чуть лучше бы вскрыли, могли бы собаку... Не собак, а крыс себе скрафтить. Так не хватает немножко пыли на крыс. Но если мы сейчас удачный бустер где-нибудь скроем, можем скрафтить крыс. И тогда дек станет намного лучше. До идеальной сборки не хватает буквально 4 карт. 2 крысы и 2 бабушки. Будет отличная сборка. Рексар и Андуин. Свет дарует мне. Так, а первый дроп у нас где вообще? Я знаю, они у нас есть. Первые, друзья, первые дропы, понимаете? Это как второй, третий, четвертый, только первые. 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 Ладно, сейчас будем тинцом жарить, смотри. Да не топри нет, не топри нам не нужен. Без руха играешь? Да, да, играю без руха. Можно играть руха, можно без, разницы. Она пока не чувствует. Да, ну, где первый дроп? Кто на распылил нельзя, не, а кто на нельзя пылить. Он на халяву дается, нельзя распылить, соответственно. Чё надо? Бабушка в каком квартале? В квартале красных фонарей бабушка у меня живет. Да, прям пустой аккаунт. О, прям совсем с нуля. Смотри, я без рук. Смотри, как я без рук умею. Так ли важна вторая крыса в этой колоде? Не, ну как? Можно и без крысы, как видишь, нормально играем, но с крысой получше просто. Как важно? Ну не критично, конечно, можно играть и без крысы. Это, кстати, опасно, это мне не нравится. Давай-ка все-таки убьем эту штуковину, что-то сыкотно. Мало первых дропов, 4, как и должно быть в ханте, 4 первых дропа. Смотри, если сейчас его не убьют, у нас будет еще шанс Винфьюри сдать. Во-первых, от атаки, во-вторых, отсюда Винфьюри, и отсюда Винфьюри. 3 попытки сдать Винфьюри. На эксперте прошел, и нет, это занимает время, за это суммарно всех идут, все, 100 голды, это очень мало. Так, ну что, посмотрим так, бесплатный Винфьюри. Сука. Еще такое говно надавали. Да, неловко вышло. Эх! Не повезло. За
Да ёлки-палки, а? Ну, птенец, ну ты видишь, как обосрался и подставил меня. Ну ты, конечно, птенец дебил. Здравствуйте, я птенец и я дебил. Пуси, блин. Да, видно, что пуси. Ну, птенец. Ну, дает. Как бы 20-й ранг-то взять нам теперь. Один выстрел, один. Во славу Рою хотел увидеть. Ну, вообще, партия, конечно, складывается не очень хорошо для меня. Мы льва одного выкинули. Птенца не разогнали, хотя в него все вложили. Все, что было, все вложили в него. Собак отдали супер дешево. Сейчас бы нам собаки отлично бы зашли. Разве можно на разных аккаунтах одинаковый ник юзать? А ты думал, все коленты, которые ты встречаешь, это настоящие коленты? Смотри, у меня сделал одолжение. Я думаю, как мне собирать всю эту шнягу, которую он тут нам наставил? Сделал и ответил на этот вопрос. Ты можешь выбрать любой ник, просто у вас цифры у ника будут разные. Видишь? Цифры рандомные. Так ты можешь хоть как обозваться. Эй! Ну это нечестно. Вот гад он, а? Вот гад он, да? На и обманул меня. Ну блин, а? Ну я так не играю. Не, ну что за пес? Ладно, победа будет за нами. Почти летал, только не летал. Но почти, но не летал. Так, у тебя 18, у нас One Damage of Little. Либо One Man of Little, либо One Damage of Little. О, а можно и летал. Вжух и летал. Нет, не летал. Понимаю. А, это из-за добавления друзья. Я думал, просто Харстон не вытащил, не выдержал такой скиллухи моей мощной. Чуваки, ну я не буду вас добавлять, друзья, потому что вылетаешь из игры. А сколько у нас денег, кстати? Сколько у нас голды? 160. Можем бустер купить. Чё мы сидим тут? Мы же можем бустер купить. Кстати, а какой нам нужен бустер? Наверное, новый, да? Какой нам нужен бустер? Крыса, она из какого сета? Из прибамбаска, по-моему, правильно? По-моему, прибамбаска. Злачный город прибамбаска. А чё ещё из прибамбаска есть? Вообще, теоретически.
Ну, если не за 3 мана. Я мечтал подснайпить тебя, но не получалось из-за того, что сижу на 10-12 ранге, потому что играю по 2-3 катки в день. Какой. Больше не выдерживает пердак. Так что жду тебя на 10 ранге. Хорошо, увидимся. Короче, мы сейчас глазастика скроем, ребята. Прибамбас покупаем, скрываем глазастика, изи. Давайте, давайте наш бустер. Конечно, глазастик. 5 глазастиков. Заметьте, не прет на бустера, да? Реально не прет. Ладно, погнали так, так тащить. Если прет, любой дурак может. Да, арена портит чистоту эксперимента, правильно говорит барон. Мейджор Вендер, 20 ранг, ребята, аж 20 ранг. 20 ранг, Фокс, представляю, есть секрет. Так, ну а Старый Лук, наверное, вдруг там она змей какой-нибудь опасный. Гнуми смотрит, как вы играете. Да что ж за задачи такие, я не понимаю. Нам нужна хорошая двойка сюда, у нас реально мало двоек. Двоек бы сюда добавить, но бабушку мы заполучить не можем, лягушки уже нет. Какой двойкой можно играть хорошей? Не знаю, что с двойками реально проблемы. 80 голды интересует? Нет, это опять же портит чистоту эксперимента. Ха-ха! Бесконечный попугай. А прикиньте, из попугая всегда гарантированно были с попугая. Такая бы карта была бы. Блин, что за такое происходит? Ни хрена себе. Ой. Да я видел, да, видел ник донатера. Очень смешно. Ахаха. 3-2, который бафает зверя в руке. Ну, можно, да, можно, кстати, поиграть таким. Но он, правда, не зверь сам по себе, видишь ли. Что-то какая-то умбра реально. У меня агродека на существах с атакой 1. Блин, что-то он перебил всех моих существищ. Всех попугаев перебил, скотина. Что он себе позволяет, этот мейджор Вендер? Майор Вендор. Ничего, кусаем потихоньку. 5 хп уже покусали. Да-да, динозаврик, да вы, чуваки, вы, ну подумайте хоть немножко на вашем приложении. Мне нужен второй дроп. Второй дроп-то не то, что стоит 2 маны, это то, что ставится на второй ход. Какой у нас шанс динозаврика с обилкой поставить на второй ход? Никакой. Он будет просто за 2 маны 2-2 без обилок. Ну, конечно же, нет. Конечно же, не динозаврик. Вы примеряете ваши советы к реальности? Ой, нет, он еще армует, ну это нечестно, это нечестно. Ну что, если он сейчас не убьет 2-5, мы сможем Гену сгамбить наконец-то. На Америке играешь, нет, на Европе? Доночу тебе из будущего на антибомбин. Он тебе пригодится. Я никогда не бомблю. И мне не нужны какие-то лекарства, чтобы не бомбить. Я всегда абсолютно спокоен. Ты что, 0.7 мне поставишь? Ничего. Смотри, смотри, ставит 0.7, смотри. Эй, я приготовился папские улиткой сыграть, чтобы. Ха! У тебя 0.7, а у меня улитка с рывком. Улитка убийца. А он взял и падла, подловил меня. Ладно, давай тогда так. Взять его улитка, взять, взять! Взять, взять, взять. Гав-гав-гав-гав-гав. Я не знаю, какие звуки издает улитка, но, наверное, примерно гав-гав-гав.
Да, троп неплохой, но он сам не зверь. Ой, я слышал, эта карта дружит с улиткой. Так, это... Здесь 3 дамага, будет 6 дамага, да? А, не отдался, блядь, не в том порядке. Ну, пусть, ну ладно. Не в том порядке, вот так сходил. Дебил. А хотя в другом порядке у нас тоже не получалось. Я просто на 3 в лицо не сходил. Все равно дебил, конечно. Да, 7 дроп, ничего не скажешь. Ну, мы все равно победим, какая разница. 2-3 краб. Ну, будут пираты, можно положить краба, да, 2-3. Он все равно рарка. Нагиб. Копейки не считаем, пацаны. Копейки не считаем. Главное, главное видеть суть, ребята. Главное в партии победить. Какие-то ошибки не имеют никакого значения. Главное победить. Боже, чему я вас учу? Ведь кто-то действительно поверит в эту чушь. Че, по порядку? Все в порядке. По порядку, все в порядке. Порядок в порядке. Спасибо за зарядки. О, у меня порталы есть. Хорошая карта. Хорошая. Пик Пеппа. Свинка Пеппа подписалась. Спасибо, поросенок Пеппа. Летал был? Нет, не хватало там. Я пересчитал. Может быть, это еще ключ от квартиры? Где деньги лежат? Лук идет на 3 килл, коммент идет на 5. То есть плюс 2, плюс 3 атака. Это был бы хитом остался. Так. Погнали. Огнем. Да начнется охота. С ранними дропами явно проблема. Это страдает стабильность наших сдач. Надо что-то придумать. Надо что-то придумать с ранними дропами. Где нам их раздобыть? Причем им нам нужны двойки, именно двойки, ребята. Улитка на один. Ну ты забыл, что улитка прокачала гиену. То, что мы отдались улиткой, прокачал гиену. Так бы не было этого. Ну, что, зато зверь. Если скажешь смеше, какой смеше? Так, это чувствовал такие. Неохота сюда сдавать, потому что 3-2 отдастся. Давай как раз, по-моему, самое время сдать тебе буфетных паучков, они любят мурлоков. Цель легенда. Ну, поиграем пару дней, как пойдет. Я думаю, за 2 дня, если не играть до потери пульса, мы не успеем в легенду даже с нормальным винрейтом. Учитывая того, что у нас дека не очень хорошо собрана, нам будет, ну, не очень быстро будем продвигаться. То есть, все равно будем продвигаться, но не так быстро, как идеальной сборкой. Соответственно, за 2 дня, скорее всего, не успеем. Ну, до 5-го точно должен дойти. Ну, дурачок лицо пошел. Блин, что я? Я охочусь в одиночку. I hunt alone. Собак бы ему спустить? Да нет, у нас пока собак. Какая лего? А что, хантом свободно лего берется? Хорошая колода. Даже не идеально собранный хант лего может взять. Идеально собраны вообще без проблем. Хант отличный колод, ребят. Что проблема-то? Что смешного? Что смешного нет? Я двойка. Ой. То есть гав-гав-гав. Говорящая улитка на стриме. Так, вот это проблема. Так, ну все, мы все зачистили. Сейчас ставим волка. Из волка, кстати, звери, которые упадают, пауки, они тоже являются зверьми. То есть, если мы сейчас поставим тундру летарога, отдадим волк, то звери сразу побегут в атаку. Начинаю мерзнуть. Вау, 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 полегче.
Так. Так. У нас очень много карт, да? Но на раз так даже не надо. Столько, пожалуй, нам карты и не надо. Ну, давай что-нибудь поадаптируем. Бабл, например. Плюс 3 к здоровью тоже неплохо, кстати. Забираем тебя. Что у нас здесь? Может, и Винфьюри адаптируем по такому поводу? Или Бабл реально? А, Винфьюри уже нет, точно. Ну, хрен с ним. Чувак, квест сделал? Почему? Мурлок Паладин сейчас популярная колода. Почему квест? Сейчас Мурлок Паладин одна из самых лучших колод. Тир 1 колода. Нихера себе квест делает. Просто у него сборка какая-то кривая. Ну, как у меня Хан кривой, так у него кривой Паладин. Рома, вот интересно, сколько времени нужно, чтобы собрать руду, выплавить металл и выковать меч Модера Капа. 2 года на это нужно. Так, ну что, дружок? Пирожок? Три атаки. Яд тоже подойдет. Ну ладно, у меня просто криво собранный Мурлок Паладин. Тем не менее, Мурлок Паладин сейчас одна из самых лучших колод, которая только есть. Ну что, решил меня картами перегрузить? Ну, кстати, мне уже столько карты и не надо, на самом деле. Где-то наша гиенка. Гиенка нужна, мы сейчас собак будем спускать. Ладно, наберем еще чуть-чуть карт. Еще можно себе позволить. Еще собаки. Последняя попытка взять гиену. Не гиену. Отдаемся. Кто следующий? Я ведь уже мертв. Да, может было и выслеживание, кстати. Столько карт в руке, я даже все не смог посмотреть. Слишком много карт. Едем на винстрике вперед, ребята. Мы точно так же уверенно ехали бы и друидом, мы точно так же ехали бы и магом. 20 ранг это вообще не показатель, это, знаете, так... Продолжение обучения и разминка. И до 15 тоже, на самом деле, не челлендж. До 15 сейчас дойдем тоже очень быстро. Дальше постепенно начнет усложняться. Постепенно, по чуть-чуть. Но если мы постепенно играем... Вообще, ну, я буду играть довольно концентрированно. Думаю, дня в 2 должен ложиться. А если играть постепенно, то раз в день тебе дают дейлик, да? Плюс потасовку можно будет сыграть. То есть у нас будет вполне приличный шанс получить себе ресурсы для крафта той же крысы. Вообще, немножко у нас тяжеловат, Хантер. Чуть-чуть тяжеловат. Ее нужно немножко облегчить. Сейчас я подумаю, как его облегчить. Реально немножко он такой, знаешь, медленный. Это создает трудности. Он должен быть быстрее, злее и дерзее, этот хант. 10 ранга уже сложно. Ну, сложно не могу сказать, что прям сложно. Ну, конечно, сложность повышается постепенно. Так, сложно понятие растяжимое. Почему все спрашивают про Америку? Нет, ребят, не Америка. Что же делать? Самопальщика больше не играю. Вполне себе неплохая карта вроде. Тебе бы вот в колоду зашла бы. Да, самопальщик нормальная карта. Нормальная. Можно подумать о том, что положить. Но я думаю, ты этого чувака убрать. Потому что и так тяжеловат Хантеру. И Вонда убрать. А что-то он не ставит. Рискованно, конечно, против мага-птенца ставить, потому что маг-птенца сожрет вообще на раз.
и не заметит, а мы потратим очень нужную монетку. Давай мы отдадим тебя в темп, просто сыграем в темп. Ну да, такой вот у нас ход, ну такой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ха-ха, понимаю. Крафтил хантишку? Немножко крафтил, да. Скрафтил рарок, скрафтил льва, скрафтил волка. Что-то вскрыли, что-то скрафтили. Скрафтил бы пиратвара, но слишком очевидно, слишком просто. Привет, гном. Мне тут поддержка подсказала, что ближайшие 5 паков выпадет лего. Так и случилось. Может, это заговор Бенброда и все подкручивают? Уверен, что так и есть. Поддержка такая, давай, ты сможешь, чувак! Так, а где яд? Че за херня? А яда у нас нет. Блин, а? Я рассчитывал на яд или плюс атаку, чтобы забрать того чмердяя. Что делать? Наверное, бабл нужно сохранить, да? У нас-то гена 4-3 останется, но у нас все вот это останется, если умрет гиена. Давай попробуем так. Он может забрать при желании гиену, но туда у меня останется все вот это. Ну, там уже против мага делать ставку на гиену глуповато. У меня слишком много директа, слишком много способов спилить. Что утворяет, а? Что утворяет? Ё-моё, кстати, реально, реально у нас проблема. Нужны собаки прям срочно. А, ну можно и так, да. А можно и так. Это я спустил. Это питачел. Это я спустил собак. Это кто спустил собак? Это я спустил собак. Ты зачем спустил собак? Не люблю, вот я собак. Из-за меня на 5-м ранге одни охотники. Да ладно, ты преувеличиваешь. Обычно маги, кстати, на 5-м ранге, потому что за мага ты проходишь обучение, ну и все по инерции продолжают играть магом. Как начали, так и продолжают играть магом. Кстати, статистика это подтверждает. Вон, видишь, маг. Маг. Вау. Солидно. Галяка. Краб-галяка. Сейчас маг сыграет пирата, я раз и сожру. Это я спустился в баг. Или оставить 4-2, может что-нибудь другое брать. Все-таки карты на халяву реально круто. Нужно киллкоменды налетал на эти, раз и нашел. Жанна Гнума мне говорит. Мисс Райниен. Очень жаль, мисс, что мы переехали своим имбо-хантишкой. Так. Чуть-чуть тяжеловат наш хантер. Это чувствуется. Прям чувствуется, что он такой немножко неуклюжий. От чего можем отказаться? От яйцекрада можем отказаться смело. От коварного птенца смело отказываемся, да? Ну, теоретически выслеживание можно выкинуть, хотя не облегчит нашу колоду. Что мы можем положить? Мы действительно можем положить за 3 маны 3-3 common, который качает существо. Но это очередная тройка. У нас, в общем-то, тройка так до хрена. Нам бы двоечку какую-нибудь раскопать. Что можем из двоечек? Ловушки из двоечек. Вот трок-погонщик, но он тоже такой сомнительный. Волк, он не очень подходит. Жигулера можно, но он стоит 100 пыли. Мне жалко 100 пыли, я лучше подкоплю на гиену. Можно пока играть так, как есть, на самом деле. Галака тоже хорошая карта, но он стоит, опять же, 100 пыли. Потому что рарка. Так, давай берем яйцекрада.
берем птенца и положим. Не знаю, что положим. Жонглёр. Жонглёр стоит 100 пыли за штуку, ребята. Я тогда от крысы совсем отказываюсь. Можно две трапы создать по 40. Тоже не совсем уж бесплатно. Давай положим, ладно. Луки будем заряжать.